Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Оль, а что в наш день дуэтов может составить дуэт пару? Цепи. Я вот сейчас смотрю и вижу потрясающие слова, две по цене одной, и не верю просто этим, не верю своим глазам. Да, это так. Пара у нас в цепи составляет другая цепь, абсолютно такая же, один в один. Вы выбираете одну конкретной длины, и, конечно же, вторая вам приходит в этой же паре. По эксклюзивной цене 999 рублей. Длина есть от 35 до 70 сантиметров. Цена меняется в зависимости от длины. Через каждые 5 сантиметров цена меняется, но незначительно. И вот не зря мы сегодня заговорили про дуэт, потому что и мне эта цепочка понравилась. И Володя, как только ее взял в руки, сказал, вот эта цепь. Из чего я делаю вывод, что можно вполне вот такие ювелирные украшения покупать парой. И для мужчины, и для женщины. То есть у вас не только обручальные кольца могут быть парой, но и вот такие цепочки. Оль, я хочу сказать, что покупать надо, заказывать надо только одну цепь, а вторая придет вместе с ней. Какую длину вы закажете, такая же длина придет и во второй цепи. Оль, перестань магнитировать, перестань, пожалуйста. Я ничего не делаю, я просто ее поворачиваю, я просто ее показываю, чтобы было видно, насколько она широкая. Очень хочется ее промерить, просто я вот вспоминаю, что обычно тоненькие цепочки стоят от 999 рублей. Здесь широкое плетение, ширина 5 миллиметров, сейчас обязательно измерим. Оль, я хочу сказать, в свою очередь, как эксперт, что никаких, абсолютно никаких спецэффектов здесь нет. Это просто обычная цепь с нанесением алмазной грани. Ну как ты можешь сказать, что она обычная? Ну где же она обычная? Она это же обычная, я имею в виду то, что она изготовлена из серебра с нанесением золота и алмазной грани. И вот эти технологии позволяют ей при обычном освещении вот так вот сверкать. Обычно. А что же будет при ярком освещении? При ярком освещении блеск просто будет слепить глаза всем окружающим, Ольга. Отлично, вы можете привлечь внимание при помощи простой, казалось бы, цепочки, но простой с точки зрения эксперта. Я считаю, как женщина, что эта цепочка грандиозно будет смотреться на любой женщине, как колье. Ну и мужчине тоже добавит статуса. Это плетение унисекс, это плетение тройной ромб и две по цене одной. Любую стоимость, любой длины делите пополам, у вас максимальная выгода. Закажете две цепочки, получите четыре, закажете четыре, получите восемь, закажете пять, получите десять. Я, кстати, вам показываю еще дополнительный браслет, тоже присутствует в этой коллекции, тоже называется тройной ромб от 899 рублей. Может быть, дуэт и такой, но в данном случае будет трио, две цепочки и браслет у вас. Замечательный трио, замечательный дуэт. Я хочу сказать, что вот такая цепь, она просто максимально выделит вас из любой абсолютно массы. Потому что такое украшение, это не всегда и не везде, не в каждом магазине даже возможно это увидеть. Я хочу, Оль, сказать, что вот этой ценой мы сейчас вводим в заблуждение всех наших телезрителей. Потому что нереально в магазине просто найти такую цепь по такой цене. Это серебро 925 пробы, Оль. Почему я это знаю? Ну, конечно же, я когда взглянул на эту цепь, я увидел, что она золотая. Она выглядит абсолютно полновесно золотой. И она, да, такая тяжеленькая, приятная. Полновесная, тяжелая. Ведь толщина прутка, толщина проволоки, из которой она сплетена, 0,5 миллиметра. Внимание, это по отраслевому стандарту обеспечивает нагрузку, которую она может выдержать, это полкило, половина килограмма. Вы представляете только вес какой? Ничего себе. Это максимально прочная цепь. И естественно, что же еще обеспечивает ей такую прочность? А конечно же, тот самый тип плетения в названии тройной ромб. Это же не просто название, это тип плетения панцирной базовой технологии. Это три ромба переплетаются между собой. Оль, вот есть такое плетение ромб, там один ромб. А здесь их целых три. Соответственно, прочность возрастает, Оля, в три раза. Ну вот я смотрю, что эти ромбики, они еще очень интересно играют. То есть вот здесь они как-то более плотно ложатся, да? То есть это сама такое плетение очень свободное, игривое. Они разный узор создают в зависимости от того, насколько плотно она или, наоборот, более свободно легла на вашу шейку. Две по цене одной сегодня условия. Дуэт из цепей. Одну выбираете, вторую в такой же длине получаете. Если вы рассчитываете на то, что
вторую цепочку вы подарите, например, своему мужу, тогда выбирайте длину 55 или 60 сантиметров. Эта длина подойдет и мужчинам, и женщинам. Если вы собираетесь такую цепочку дуэтом носить, например, вместе с дочерью, тогда носите цепочки, начиная от 45 сантиметров. Если у вас пара внуков, которым нужна цепочка под крестики, под символы веры, под любимые кулончики, тогда выбирайте цепочку длиной 35 или 40 сантиметров. Плетение очень широкое, поэтому даже если вы в обычной жизни носите 40 сантиметров плотно под горлышко, вот я сегодня экспериментировала, пробовала, она сидит плотнее, чем обычно, за счет того, что плетение очень широкое. Выберите на 5 сантиметров подлиннее. 5 сантиметров подлиннее я хочу посоветовать и мужчинам. То есть я примерил такую цепь на себя, мне 65 просто идеально. Я люблю 60. Обычно ты 60. Да, 65 в данном случае идеально, но я хочу сказать, что выбрав одну в 65, придет две по 65. Тогда будет и мужчине, и женщине. Или, может быть, мужчине, его сыну, да, или опять же, здесь всегда вы можете найти второго человека, которому вы подарите такую цепочку. Цепочек много не бывает, особенно если это широкое плетение, тройной ромб. Обычные цепочки, тоненькие, которые мы видим, это буквально 1 миллиметр, здесь 5 миллиметров у нас с вами по ширине. Не знаю, получится ли сейчас показать вам обычные цепочки, серебряные маленькие, да, которые бывают. Вот здесь у нас с вами 5 сантиметров ширина, а бывают цепочки гораздо более тонкие по такой же цене. А я хочу, в свою очередь, сказать, что эти самые 5 миллиметров ширины обеспечивают то, что эту цепь можно носить не только вместе с каким-то кулоном, подвеской, символом веры. Эту цепь можно носить как полноценное колье. То есть мне тоже кажется, что женщинам вот такое украшение смотреться будет больше, чем цепочка. Вот сейчас смотри, на Ксении, на нашей, две цепи надето. Одна 40 сантиметров, одна надета в 55, по-моему, сантиметров. Да, одна плотненькая, видите, как, да, по-моему, это даже 45 сантиметров. Вот за счет того, что очень широкое плетение, берите на 5 сантиметров побольше, потому что очень широкая сама по себе цепочка. За счет этого она смотрится чрезвычайно статусно. Подбирайте свою длину, берите, я вам рекомендую, на 5 сантиметров больше, чем вы берете обычно, потому что очень плотное и широкое плетение. Весомое ювелирное украшение, по-настоящему блистательное, идеальное. Ложится по шейке, подойдет и мужчинам, и женщинам. И вот у нас дополнительно есть здесь и браслет в той же самой коллекции. Браслет тройной ромб от 899 рублей. Это тоже может быть дуэт. Вот такой вот дуэт в виде браслета и цепочки. Но каждой цепочке вторую вы получаете бесплатно. Качественный замочек, проба клеймо завода-изготовителя. Все есть на каждом из ювелирных украшений. Заказывайте смело. Первый — это ваш заказ, очередной. Или вы сейчас только подумываете относительно заказов цены самые выгодные.